Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня аккаунт моего подписчика Антона с ником Бандерас, вот так вот. У нас сегодня не роллинг, мы будем сегодня собирать ему зефир, а не стандартный видос. Я такие видосы обычно не пишу, но в принципе для людей, которые не знают, как собрать, думаю, он будет интересным, особенно зефира, потому что рано или поздно его без доната тоже соберут и будут уже знать, каким он нужен или должен быть, и заодно посмотрим, что у нас на русском сервере реально творится и за сколько можно его прокачать, и хватит ли нам этих самоцветов, чтобы его прокачать. Так, находится он в гильдии Монархия. Первые, вторые места кидайте, заявочки вступайте. Русский сервер, русский Android, ребята, все качаем гильдию каждые 10 часов, вот так вот. 29.75. Так. Окей, ну аккаунт, как вы поняли, судя по всему, донатный, 88.93, не хватает Фобоса, королевы дуэлянта, в принципе, разрухи и свалина. Ну, до свалина ему там недалеко, ну, довольно-таки неплохо. Интересно, сколько здесь у нас доната. 187к, ну, это немного, я вам скажу так, это немного, есть практически все герои. Да, и аккаунт вроде неплохой, сейчас посмотрим, что по героям у него творится. 22 прорывы, талантики, нормас, 10-е, насчет 10-е живы, сразу же скажу, огник оживает с любой живой, даже если она будет первого левела, он оживает на фул, за счет своего скилла. Вот если мы даже вот так вот сейчас сделаем, уберем, поставим сюда, вторую оживу. Я надеюсь, его сейчас ушатают. Вот, и он резнулся с фул. Поэтому оживу ему на там девятку, еще ладно, куда ни шло ради силы, но на десятку бессмысленно качать. То есть вообще оживу смысла нету. Вот на девятку ради двух ресов, вот это да. На десятку это пустая трата ресурсов была. Так как десятка, по сути, дает воскресить два раза 100 очков в жизни. Он и так реснется со 100% жизни. Ну, в общем, вот так вот. Так, отлично, поехали дальше. Вот наш зефир, которого мы будем качать. Ну, как видите, 20-й прорыв. У него, наверное, даже больше прорывов, чем у меня на основе моей. Так, что у нас еще? Ворожей со стойкостью, честно скажу, говно полное. Надо менять однозначно. Фрея тоже надо талант ставить второй. Хрень полная. Блин, с талантами на этом аккаунте реально. Я надеюсь, что он молодой, но реально тут надо с талантами очень многое переделать. Такое. Да, судя по скинам, аккаунт недавно. 9-й бог войны. Печаль. С талантами надо поиграться и реально... Очень хорошо надо поиграться с талантами, беда на аккаунте. Либо он очень старенький, этот аккаунт. Хотя я в этом, либо очень молодой. Так. Окей. Поехали. Собирать зефира. Что у нас по зефиру? Ну, герой донатный, без доната некоторые его соберут. И так, непонятно за сколько лет. По талантам какие варианты и что мы будем сейчас искать. Заодно и, наверное, наролим сейчас таланты ему на других героев. Если что-то толковое выпадет. Так, бастиончик. Так, роза печальная. Да, тут, конечно, с талантами так. Тут баст есть.
Поехали дальше. Нафиг не надо. Мы будем для Зефира искать огненную защиту. Стойкость, в принципе, как вариант. Вот стойкость можно поставить ему на Фрею. Так, есть. Девушка нафиг не нужна. Утекание. Где там его Махатма? Короче, собирали Зефира, перекачали пол аккаунта. Такс. Башка нет. С Бастом куда лучше будет. Пока временно, но все равно его надо собирать на деф. Так, стрелок для архидемона на первое время сойдет. Замедление. Да, тут, конечно, печаль. Так, ТВ-шка стоит. Окей, поехали дальше. Разброс. Видел где-то душегуба. В общем, пока не словим огненку, будем выставлять героя. Так, это можно в кому-то дупу закинуть. Это просто жесть. Ну и таланты. Я не знаю, у кого он это смотрел. Но это реально печаль. Да уж. Полная жесть. Варлок. Сколько здесь прокачек. Причем ненужных. Так, ремочка. Ну, ремок у него тут хватает. Кстати, дерево без ремки. Ну да ладно. Так, медузка, ремочный. Ладно, я думаю, у него хватит доната ремочного качать бессмысленно сейчас ему. Уже огненка на восьмерку вкачана. Это просто пипец. Аккаунт. Я офигею. Это просто жесть. Вроде топовый аккаунт, а, конечно, с талантами полная печаль. Так, замедление. Утекание. А, тут есть уже Махатма с утеканием. Она, оказывается, здесь не одна. Ух, наконец-то. Наконец-то мы словили ему огненку. Это на сегодня один из топовых талантов, особенно для Зефира, для других героев. Есть. Тут можно смело качать по максимуму. Так, и надеюсь, у него славы хватит. Но с талантами печаль полная на аккаунте. Девятка и десятку. Качаем в потолок. Так, дальше по снаряге. Тут варианты. Посмотрим, что у него по снаряге вообще есть. Так, по чаркам тут у него ничего такого толкового нету. Варианты либо священный суд, либо обряд лечения. Ну, я понимаю, что мы будем это очень долго ролить. Попробуем хотя бы четверку вытащить. Он потом уже будет испытывать удачу с
Самое основное еще впереди, это наролить нам созвездие. Созвездие — это вообще отдельная печаль будет. Будем ролить уклонение. Так, недомогание, в принципе, вариант хороший для PvP. Макс. Суперсила на тыковку уйдет. Нифига себе! Обалдеть, Минотавр однозначно. Четверки, блин, жалко, не пятерка. Раскаленный доспех. Вот доспех уже. Так, доспех, доспех, доспех. Вот Гаргулу пойдет. Насмотра будет самое то. Поехали дальше. Я думаю, тут с чарами тоже печально все. Оно так и есть, в принципе, частично. Пешка с полем. Да. Это жесть, а не аккаунт. Вот реально на этом аккаунте надо все переделать. Я офигею. Землеройка, зефир, оккультист. Ну, варианта два, либо СС-ку ловим, идем. Четверки, в принципе, бессмысленно даже кому-то ставить, у него четверки и так стоят. Надо только пятерки ставить уже. Пиромах. Кстати, надо будет глянуть героям на архидемона, что на них стоит. Сейчас, если будут еще пиромаги. Так, пиромах. Так, стрелок, в принципе, правильный. Сердцеедка, хрон, ведьма. Да уж, это полная печаль. Вот плохо, когда есть много доната, а что кому не знают ставить. Вот такой вот результат получается. Так, пиромах. Доспех. Знаю, на русском сервере реально. Я надеюсь, хоть созвездие мы наролим то, что нам надо. А нам надо все уклонение. Хоть это получится. Так, недомогание. Хорошая тема. Ищем огника. Так, вариант есть, конечно, и на Фрейю поставить, но... Ладно, пусть будет, поставим на Фрейю. Еще одну. Блин, ну оно классное. Я, конечно... Можно и здесь на PvP локации, если он, конечно, будет его использовать. Так, ну ладно, там лучше поставить для битвы гильдий.
Это недомогание, мы сейчас на кого-то другого определим. Тут, в принципе, не на кого так по особому счету его ставить для PvP локаций. Обряд лечения 4-5 ставим. Пока ставим так. Так, окей, поехали. Самое основное, самое интересное — это вот эта вот тема. Здесь надо наролить уклонение по максимуму. У него есть 20 карт, отлично. Блин, ладно, ловим изначально уклоны, потом картами, если что, попробуем добить. Смотрим, что у нас по уклонениям получится. Первый уклон есть. Ну, самый вариант, он сказал, сливать все самые, значит, сливаем все самые на пятое. Второй неплохо. Вообще отлично. Нифига себе. Так. Да ладно. Это полная жесть. Фига себе сыпет на русском сервере уклонение. Аж прям неожиданно. Да ну нафиг. Это реально жестко. Сейчас мы все сольем последних два. Нифига себе. Так, 5-3. 5-4. Пять, пять, три, четыре. Блин, дайте пятерку, так хорошо начиналось все. Четверочка, но нам нужно только пятерки. Нам надо максимум от него выжать. Просто супер. Ну блин, чуть-чуть не хватило. Ладно, я ставлю четверку. За 35к мы в принципе собрали. Теперь нам надо здесь вытащить пятый уклон, чтобы у нас было, блин, четверка. Атака, точность. А вот здесь все печально у нас. Да, чую, будет весело. Ну, за карты хоть пятерка упадет одна. Это просто трэш какой-то. Ну, хоть так, блин. Конечно, атака — это такое. Но вот такого варианта, я вам скажу, его хватит. Потом сюда, Антон, докидаешь пятерку. Она у тебя будет шестеркой, соответственно. Ну, вариант либо такой, либо то, что я показал, недомогание, если буду встречаться с зефирами, фреями, чтобы их контрить, и они не сливались. В принципе, еще 35к самого ставили вообще по красоте. Ну, такого зефира должно однозначно уже хватать. Единственное, здесь надо будет вариант с маскировкой. Ремка там не нужна. Поставить маскировку для битвы гильдии. Ну, можно, в принципе, и без нее. Я не знаю, у меня вот подобного рода зефир, и он, в принципе, тащит. Есть маскировка с огненкой. У него маскировки, к сожалению, нет. Может, где-то есть на героях. Хоть какая-то. Если нету, то придется все-таки ее... Да, это новый аккаунт, скорее всего, потому что и прорывы не вкачанные. Придется ее все-таки ролить. Либо талантом.
Не, нету маскировки. Ну, 820 коробок есть. Ну, настоятельно советую посмотреть видосы по поводу талантов. Потому что на аккаунте нереальная печаль. Ну и плюс маскировка сюда. И, в принципе, битва гильдий будет проходиться налегке. Такой вариант Зефира очень универсальный. В принципе, сделали все по максимуму практически. Надо будет только доролить, потратить немножко времени. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Это нереально жестко, конечно, за такую сумму собрать уклонение. Конечно, мои карты практически все потратили, но оно того реально стоит. Все, всем удачи, всем пока.